Репродуктивные клетки, произведенные самцом, клетки спермы, имеют гаплоидное число хромосом, то есть только одну хромосому из каждой пары. Это справедливо и для половых хромосом, так что клетка спермы содержит либо X, либо Y хромосому. В женских гаметах, яйцеклетках, всегда только X хромосома. Из зиготы, полученной оплодотворением яйцеклетки клеткой спермы с X-хромосомой, развивается самка. В случае оплодотворения клеткой с Y-хромосомой – самец.